У нас продолжается эпопея «Дом продолжения». Мы залили плиту бетонную толщиной 12 сантиметров и установили ее на бетонных быках, 10 штук. Теперь делаем вот заднюю стенку из шлакоблока, в пол шлакоблока. Это платон вместе с Ильей. Моют кирпичи, потому что у нас лежало более 5 лет и покрылось плесенью. Они добросовестно все делают. И вот такую кучу сделали. И вот здесь уже вкладки ихняя работа. Вот, помахали. Отлично. Все, парни, давайте сделаем наш дом еще прекрасней. Молодцы. Вот то пепло... Теплофлекс, которым будем утеплять. Пенофлекс, молодец. Будем утеплять наши стены. Вот здесь уже есть в стенах. Вот она связка идет. Отлично, Илья. И мы можем уже закрывать калитку. Да, калитка закрывается, но не влияет у нас. Все отлично. Платон, ты что молчишь? Идеально. Отлично, молодцы, парни. Мне вот это то, что ты лепить, остановил процесс работы. Мне очень удобно. Хорошо, чтобы давай. Чтобы руку просовывать и открывать. Ну, это пока. Давайте. Вот так, ждем продолжения. А так идеально.